Ребята, всем привет, с вами Александр, у нас тут 16 минут, пока заканчивается Дрожь Земли, я там на 99 месте, а пока это все дело, мы будем, давай пойдем, монстры биокупола, да, сражаться, и там, думаю, как раз этот вопрос у нас и решится. Вообще, шикарно, легко очень у нас это все сейчас сложится. Так, можно взять кого-нибудь слабенького, да, такого из, ну, вот, типа тебя, что ли. Ну и вот так. Пойдем сейчас разберемся. Может, и в конце этой серии змею получим. Давай, амфицион. Получи. Блин, да я его сейчас пробью и так. Ну, надо будет подмениться, конечно. Он меня тоже пробивает за два. Не захотел. Очень зря. А, так я его таки не пробью, да? Не, пробью. Чао, вымышленное животное. У нас тут реальный мегистотерий появился. Коты против собак. Хотя на самом деле не коты и на самом деле не собаки. Ну, я так и думал. Ну что? 6 4, 24. Пробивает как раз. Ну, там амфицион полуживой. Потому нам все равно. Ну, правда, сюда надо потратить баллы. Гасторнис. Кстати, у нас же бы скелет был, да? Гасторнис плюс... плюс не Титанобо, а как раз этот его. Так, ситуация могла быть опасная. Если бы у меня было 4 балла, и он мог 4 балла поставить защиту. Гасторнис плюс Гигантофия его. Такая картинка была прикольная. Так, Оуэн, что ты так плохо работу свою делаешь? Мне тут приходится отвлекаться. Вот, показываю. Нахожусь вот здесь. Мне отделяет от последнего места, там несчастных, там 100 баллов. Там было 1386. Так, ну мы идем дальше. Этот бой был, конечно, капец каким легким. Давайте возьмем Маматерия. Натила Космила. И... ну и Анаконду давайте возьмем. Так, этого сразу нужно укусить. По половину мы снимаем. Это у нас Мегистокурус, ребята. Гибрид, которого я у себя еще не создал максимального левела. Надо зайти, кстати, посмотреть, есть ли у меня там кого на прокачку или нет. Так, 20-й тоже, ё-моё, не просто так. Эх, не пробил его. А он меня обязан атаковать. Ну, не то чтобы обязан. Так, что-то я тут не то сделал. Я сейчас могу и проиграть. А, он меня по-любасу атакует. Так, подождите, у меня моя Титанобо остается против Индрикоцера. Ой, это... ой, Индрика... Урсинотерия, это плохо. Очень плохо. У меня вообще силей хватит его пробить? Ой-ой-ой-ой.
Я его вообще пробить не могу. Ну вот если я его атакую на 5, не знаю, хватит. Да не, наверное, не хватит. Ой, хватило. Вообще на тоненького, ребята. Еле-еле затащили. Кстати, если успеем, то можем еще один бой сделать в битве за змейку нашу. За гигантофиса. Сколько тут еще остается? Да, 10 минут еще успеем, ребята, туда заглянуть. Итак, вот такие вот у нас теперь противники, да? Берем вот этого, он подменится. Ну вот так вот будем как-то пытаться выкручиваться. Противники сильнее меня. Так, ну этого нужно сразу прокусывать. Чтобы потом проблем не было. Он считает, что уже мертв. Мертв! А вот ты меня, тварь пернатая, не пробьешь так просто. На 4. Блин, я что-то завтыкал, сколько у него баллов было. Ну, по-моему, это все, что было. Ух ты, у меня целых 4 балла остается. Давно я с мамонтом не сражался, кстати. Четыре проатаковал на 2. Мощный зверь. Ну я, конечно, перестраховался, поставил 4 в защиту. Но он... А, так ему 1 балл, ему бы хватило 2 удара, чтобы меня пробить. Я думал, сейчас полюбаться проатакует, у него вариантов особо нет. Ну, такое себе. Почему не на 4, не знаю. Ну, короче, нам фартануло, да, мы так были в опасности в последних 2 боя, но... Но везет тому, кто везет. Дипротодончик нам попался. Ну, мы, в принципе, этим и довольны. Так, что у нас тут? Битва обычных мне здесь неинтересно будет. Да, а вот целых 8 минут, ребятки, у нас еще есть. Идем сражаться в дрожь земли. Ну, что поделаешь? Бесплатно. Монастиготопса. Конечно же, берем. Так, ну надо брать кого-то с конца одного, наверное. Или двух. Метапозавр, если против него будет какой-то летун. Ну ладно, давайте косо-криво будем брать. Надо же и тех ребят как-то израсходовать. И одного будем брать посильнее просто. Семьсот, вообще капец, слабые противники попались. Слабее, наверное, чем если бы я взял 3 с того конца. Симсон против нас. Прощай, Гаргозавр. Он не успел даже опомниться, как ему настал капец. Протерогирин. Ну давай. 2 жабки. Ууу, птеродактиль.
на один. Зачем? Я атакую на три. Ну и все. Наша древняя... Так, пристазух, подождите. Пристазуха, он еще был до динозавров. Пастазухи, пристазухи, но амфибии еще более древние, наверное. Интересно, кто из них более древний, ребята? Пристазух или метапозавр? 98-е место. Ху-ху-ху. Мы сейчас легко займем следующее место. Давайте. Продвинемся еще немножко вперед, почему бы и нет. Идем дальше. Возьму два с этой стороны и одного с более сильной стороны. Двух справа, одного слева. Так. Давайте апатозавра, птеродоустра возьмем. И барионикса. Красавчик. Вот на закуску. Почему бы не ударить? Надо сейчас пойти Мегистокуруса проверить. Победа. Да черт. Ну почему ты сопротивляешься? Опять два поставил. Зуб даю. Ну подменяйся уже, что ли. 4 балла. Но я протакую уже на 3, как вы понимаете. Больше 4 мне просто не надо. Так, там 39-й Димитродончик. Давно такого не видел. Так, Индоминус, чем мы тебя пеликаном запеликаним? Восемь. Блин, ну он в защиту поставит. Мне просто даже вот интересно сделать вот так. Все баллы в защиту поставил. Но я прикалываюсь, вы сами понимаете. А так бы пробил. Блин, не хватило буквально одного удара. Не мог 3 поставить. Было бы прикольно. Но придется так. Знаете, надо, пора бы разрешить в этом в турнаменте сражаться любыми существами. Можно, чтобы было бы и кайнозойскими здесь сражаться. Было бы прикольно. И ну и игрокам будет легче. У кого не хватает динозавров, может у кого-то из
кайнозойские достаточно сильные, да, чтобы можно было ими сражаться. Какая разница? Почему бы и нет? Как вам такая идея? Ну, водные, конечно, не очень сюда вписываются. Ну, вообще-то... Был такой глюк, когда можно было динозавра запихнуть в водную арену. Раньше был такой глюк. Так, блин, ну вообще тут легко и вообще дальше подвинуть. Легко двигаться дальше. Легко. Маленькие промежутки. 1600, 1700. Ну, там, до середины списка вообще легкотня добраться. Пятьсот генов! Тридцать секунд, ребятки. Ну что, давайте тогда подождем, что ли. 25, 24, 23, 22. Вот такая вот у нас карточка. Давайте сделаем, что ли, скриншотик себе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Та-дам! Ее величество Гигантофис. Вот такая вот у нас, ребятки. Гибрид Гигантофия открыт. Ну вот эта карточка уже не первый раз такая выскакивает, да. Какой гибрид здесь ни при чем. Она была просто нарисована для гибрида, и ее распихали везде, да. Теперь вы можете купить гибридного динозавра Гигантофия на рынке. Ну это пишется всем динозаврам, которых мы выиграем в турнире, так что не обращайте внимания, ребятки, на это. Так, а мы давайте заглянем, куда я и хотел, в купол. Где там мой гибрид? Где мой гибрид? Вот. Мегистокурус. Не, к сожалению, нет у меня пока кого сюда добавить. Тогда на этом я с вами прощаюсь. До скорых встреч.